Вот забавный способ передвижения. Остановите! Самая модная одежда только у Барбакопа Балтасара! Заходите к нему! Посмотрите на творение настоящего мастера! Что? Эккол! Окружайте его! Нарушителей. Что ты здесь? Вот он! Ты не уйдешь! Слезай немедленно, Лоджи! На этот раз ты не уйдешь! Как ты посмел замыслить? Бизара, что с ним такое? Я уверен, у меня есть то, что вам нужно. Может, в чулане? Матерь Божья! Да, ты особенный. В самом деле особенный. А что заставило мужчину вести себя так? Отряд наемников!
смотрите на творение настоящего мастера! Морто! Если нарушаешь закон, будь готов понести наказание! Фокусами он кого-нибудь убьет. По крышам, по крышам! Подходите, друзья! Здесь клиент всегда прав. Конечно, если он слушается меня.
грабили! Помогите! Даже не думай. Хочу! Он там, вперед! Ассасин, ты минуты не продержишься! Хочу! Он там! От тебя даже праха не останется! Ну, не делай этого! Чего я не хочу жить! Покончим с этим делом! Хочу! Он там! Взять его! Поймайте его! Немедленно! От одного его вида у меня ужасно. Guardate che meraviglia questa! Вон он, хожу! Не пройдешь! Ваши благодеяния не будут забыты. Отправь их в ад, Амико! Он убегает! Быстрее, рогатцы! Эккола! Бей его!
Эккола! Вот! Подходи, не стесняйся. Я всего лишь лекарь. Относительно чистоты металла и веса монет. Нарушитель. О, на такое я не способен. А, вот он! Внимание всем лошадникам, конюхам, возчикам и конным рыцарям. В городе пошли слухи о лошадиной холере. Советский я хороший человек. Узлы едят! Подходите, друзья мои! На этой неделе я отдаю товары всем членам гильдии каменщиков. Объявление от торговца. У тебя что-то болит, друг? В связи с огромной нехваткой камня в этом месяце будет выполнено только треть заказа. Хочу! Он... Уходи!